Койвен находились максимально близко друг к другу, он там его хватал, а потом резко отпустил. Да, это тоже умение вовремя отпустить. Удар по воротам, 2-0, блестящий гол! Это Матюнин, можно продолжать игру. Еще один запрос, снова на Игнатьева, и здесь уже нападающий не прощает. И так... Удар! И 1-1! Удар в стенку попадает. Классен назад. Заброс! Ой-ой-ой, какая красота! Нико. Ну, мне кажется, так складывается игра. Тут какого-то тайного смысла, глубинного, наверное, не стоит искать. Момент с Зурико! 1-0! Вот так! Начинавший со скамейки. Классен, Газинский, Перейра. Вандерсон, Перейра! Выход 1-1! И 2-1! Сочинцам, которые, напомним, образовались из пены питерского «Динамо». Прострел, гол! Цепиться за мяч. И нужно вновь бороться. И Краснодару, и «Зениту». Иван Игнатьев. Удар по воротам. И второй мяч! Вкатит на Игнатьева. Тот справа, с правого фланга. И отличный момент у Бакаева! 1-0! Иван Игнатьев. Удара очень мало, нет офсайда. Бабурин выбегает из ворот. И все-таки гол. Позиции было видно, что Белена так ударил по мячу. Ох, внимание, ошибка и возможен голевой момент. Гол! Сейчас на повышенных тонах побеседовал с Мурадом Мусаевым. Или же Мусаев со Спаичем. А какая передача, Игнатьев. 1-1. Прекрасный гол Краснодара. Вот на этой же самой примерно позиции на трибунах. Ой, какой момент у Краснодара! Это гол. Ultimate Sports. Grow with us.